Привет! Меня зовут Маша. И сегодня я вам покажу реакцию разных животных на спиннер. Вот это мой старенький спиннер. Кто не видел видео, посмотрите на моем канале. Вы сможете сделать из белого спиннера вот такой вот радужный. А это мой новый спиннер. Он еще светится в темноте. А давай посмотрим, какой дольше крутится. Пишите в комментариях, как вы думаете, какой первый остановится. Какой первый остановится? Маша, ты какой думаешь первый остановится? Вот этот. А мне кажется, белый. А я думала, вот этот. Сейчас посмотрим. Ну, останавливается. Какой? Все, этот остановился, да? Я говорила этот, а ты, мамочка, сказала вот этот, который еще вот так вот крутился. Классные у тебя, да, спиннеры. А давайте сейчас два раскрутим, один на одну. Ой, как красиво получается. У кого два спиннера, можете тоже так попробовать. А у кого и больше, можете вообще огромную пирамидку построить. А теперь идем протестируем, как разные животные реагируют на спиннер. Кстати, мы сейчас у бабушки, и тут есть много разных зверюшек. А какие, увидите дальше. Идем. Некоторые разбежались в дом. Собака бывает кусачей, только от жизни, Дима, собачей. Она его останавливает. Только от жизни собачей. Собака бывает кусачей. Она его останавливает. Ест его. Давай. Пиши в комментариях, какая реакция тебе понравилась больше всего или рассмешила тебя.
А мне понравилась собака. Кстати, ее зовут Сима. Мне больше всего понравились разноцветные цыплятки, которые набежали все и начали смотреть.